Осторожно, осторожно. Все, взяли. Нет, ты под животик бери. Несите, ребята. Осторожно, ребята. Нет, подожди, давай туда переноску возьмем. Иди переноску принеси. Так, для этой переноску давай. Ребята, этот вольер рассадили. А здесь осталась одна. Сейчас принесем переноску и заберем. Так. Да, мои хорошие, да. Так, что у нас здесь? Ну-ка, утону, не утону. Ой, бляха-муха. Ребята, у меня слишком короткие сапоги. Я не знаю, пройду я здесь или нет. Я попробую. Ребята, отсадили наших, пересадили. Здесь пусто. И здесь. Будем потом придумывать что-нибудь, чтобы сделать дальше. Здесь, ребята, сухо, от этих забирать не будем. Да, манявки? Маминые. Здесь хорошо, ребята. Здесь отсыпали, здесь нормально. Так, с той стороны, ребята, тоже сухо, слава богу. Болото только здесь. Ты мой хороший. Все отлично. Друзья, вот и первая жертва этого потопа. Малыш долго был ходил, наверное, по воде. Я не могу сказать, что именно. Возможно, ножки у него переохладились. Но факт тот, что сегодня пришли убирать, а он лежит. Вчера он еще ходил. Вчера еще последняя вода уходила с вольеров. А сегодня ребенок упал. Про остальных проверяем. Проверяем будки. Стараемся менять остатки сена. Ребята, но нам очень-очень нужна ваша помощь. У нас нет корма, у нас нет стружек, нет опилки. Ребята, такой потоп – это, конечно, страшная беда. А приют, как вы понимаете, выживает только благодаря вашей помощи. Да, моя девочка.
Вы меня извините, люди, за то, что прошу постоянно. Но если можно, мои хорошие, отзовитесь, пожалуйста. Мало того, что грязно, мокро, холодно, еще и голодно, ребят. Нам нужен корм. Господи, когда же отзовется кто-нибудь, кто сможет помочь нам основательно кормами, чтобы мы не стояли, не просили по горсти. Ребята, это так страшно, это так больно. Это выматывает. Я прошу вас, мои хорошие. Кто может, ребята, отзовитесь, пожалуйста. Ребята, мы расширяем вольеры. Все. Мы расширяем. Из двух маленьких делаем один большой. Мы потихонечку рассаживаем собак. Здесь у нас было 6 вольеров маленьких. Будет теперь 3 больших. Отсыпаем, ребята. Убираем все, что можно. Вам на новом месте. А, ушастые? Ребят, пересадили затопленных вольеров вот сюда. Да, мой хороший, радуемся, да, да, да. Смотрите, смотрите. Все, мы рассадим сейчас 4 вольера. Все, сделали, и теперь рассаживаем. Вот первый вольер перенесли, затопленный. Да, мои хорошие, да. Ребят, отсыпаем затопленные вольеры. Да. Вот там отсыпали уже. Сейчас перейдем на этот вольер. Так, ребята, там хватит! Сюда! Ребят, это последняя машина гравия, и мы ее растаскиваем как можем. Что, мои хорошие? Здесь ребята уже отсыпали. Ребят, словно и не было двух машин гравия здесь, да? Словно мы их и не видели. Как языком слизнула. А гравий очень нужен, ребята. Вольеры продолжают у нас тонуть. Кое-где отсыпали. Самые страшные, самые большие. Но, ребят, досыпали ямы, какие могли. Но, ребята, нам очень и очень нужна ваша помощь. Осторожно. О, две сестрички решили выяснить автики. Мамины, мамины, мои красивые, мои старички. Маленькие мои. Солнышки. Да, ребята. Ну, вот здесь вторая машина гравия была. Как видите, ее уже нет. Засыпали, ребята, что могли. Хоть немного. Ох, боже мой. Вы знаете, вот смотришь на это все, ведь никто не заставляет. Ребят, ну кто, если не мы? Кто им поможет, если не мы? Так нельзя. Этот мир не только наш, он общий. И надо помогать, поддерживать друг друга. Да, ребята, а вот здесь у нас хаос. И здесь очень-очень нужна отсыпка. Ребята, нам очень нужен гравий. Гравий нас выручает. Если кто-то может, помогите. Бич приюта – это корм, лечение и стройка. 3 тяжелых. Ну что, косуля, ушко порвали, да? Эх ты, вреднючая девочка. Несите в бытовку. Парвиз, перекись водорода сразу. Так, сейчас досниму и пойду посмотреть, вернее, обрабатывать малышку. Пока ее донесут, пока разместят. Я сейчас за ней пойду следом. Так, ребята, все? Хватит буянить, чудовище. Хвостатые чудовища, да. Мамины. Мы вот с той стороны приюта, там необходимо делать ров. Срочно делать ров, потому что, вы видите, вода текет и текет.
Ребят, мы подняли уровень вольеров, подняли. Здесь вообще ужас. Здесь сейчас будем делать, собаку брали. Вывозим мусор, ребята. Ливень, вообще хлещет, смотрите, что творится. Ужас, все текет, ребята. И ветер. Кимба, иди на место, детка. Ребята, овцы зашли. Бараны где? Ужас, ребята, не пробежать, гляньте. Аж порывами. Да. Да, ребята. Льет, заливает. Ребята, это нечто. Это просто ужас. Прячьтесь, ребята. Самый умный, ребята, уже завелся плавучим средством. Скажи, туда бы еще хотя бы горсть корма, ребята. Горсть корма. И к плаванию готов. Но, к сожалению, на всех даже тазиков не хватает. А про корм, ребята, мы молчим. Корма тоже нет. Не вытирай слезки, детеныш. Ребята, от 5 машин гравия ничего не осталось. Как видите, ничего не осталось. Вольеры засыпаны, где могли, где успели и насколько хватило. Этого очень мало. Осталась последняя машина, которую мы сейчас разносим вот здесь. Там, где малыши, где очень большие лужи. Это последняя машина. Ее хватит часа на полтора работы. Больше, ребята, у нас опять гравия нет. Песок есть. Он у нас пригодится для бетонирования вольеров. Гравия, ребята, нет. У нас одна беда. Это дождь. Чего? Морды красивые мамины. Ребят, было 11. Пятеро уже пристроены. Пристроены. Скоро будем получать из дома. Да, фотографии. Да, мои красивые? Вот, а здесь у нас 6. Ну, потихонечку берут на пристройство, к сожалению. Но малыши у нас чудесные. Да, мои солнышки, да. Что такое? Да, было 11, ребята. Скоро всех домой проводим. Все домой пойдут. Домой деньги нужны подлиннее. Потому что здесь, ребят, не пройти. Да уж. Но ничего. Здесь вроде бы возвышенность. Все, здесь уже полегче. Так. Пойдем посмотрим, куда мы переселили. Ох, ребята, что нам делать? Это мы сделали, ребят. Здесь у нас кабель висит. Так как у нас пока нету, так как у нас в этом конце пока нет электричества, ребят, пока используем кабель. Удлинитель вот такой. Ребята, здесь очень красиво. И в то же время здесь очень тяжело. Пока мы это все приведем в порядок. И... Ничего, скоро все наладится и будет хорошо. Учтем все наши ошибки, ребят. Соберемся с силами и все у нас наладится, ребята. Все у нас наладится. Бывало и страшнее. Но благодаря тому, что мы делаем все вместе, ребят, поэтому получается. По-другому не скажешь. А вот здесь надо обходить. Так. Так, ребята, там он диковатый, его в переноску, хорошо? И несите сюда, я подожду. Зато, ребята, смотрите, как у нас взялись. А вот березку надо выровнять. Ее подтопило, и она наклонилась. А этого нельзя. Красивая березка у нас.
чмокалки. Чмокики. Ай, мои золотые. Да, по крайней мере, у вас хорошо все. Да, и маму сосем. Сосем маму. И здесь все в порядке, ребята. Все в порядке, деточки мои. Мамины, мамины. Все в порядке, мои. Ребята, это наши зарисовки на будущее вольеры. Ну что, мы опять встали, потому что у нас... Ребят, мы делаем. Вот появился кусочек, сделали. Появился кусочек, сделали. Ребят, помогите нам, пожалуйста. Ну, помогите, прошу вас. Ведь мы хорошее дело делаем. Ребят, по-настоящему хорошее. Ну, давайте сделаем его, а? Животных рассадим. По два, по три будут сидеть. Ну, это же здорово. Никакой перенаселенности не будет, ребят. Болото, болото вот этого не будет, как только мы сделаем ров вокруг приюта. Половина воды однозначно, только та, которая сюда упадет. Ребят. Да, мои хорошие. Грязнули мои мамины. Мамины грязнулечки. Красивые мамины. Красивые, господи, красивая мама вся тоже вся. Ах, вы мои красавчики. Мамины. Да, солнышко. Да, мои маленькие. Ребят, яблоньки наши принялись. Вот еще одна. Ребят, у нас еще хаос. Но, слава богу, у деток все в порядке. Да, мои красивые. Мамины. Что мои зяки? Зайки мои, зайки. Так, а вот ты мне не нравишься. Ты чего такой худой? Так, ты мне, ребенок, не нравишься. А, козленок? Очень худенький ребенок у меня почему-то. Так, сейчас посмотрим. Так, а у вас как, ребята? Как себя чувствуем? Худеньких нету? Животики у всех красивые? Мои красивые. Ай, мои золотые. Куда башканчик засунул, а, чудовище мое? Очень хорошо так. А вот ребята со взрослыми, конечно, ау. Ты, пузатик мой, стерилизованный такой пузик. Ох, ребята. Ох, ребята. Это нечто. Да. Но делать нечего, ребят.